диким степям Забайкалья, где золото роют в горах. Бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плеча. Бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плеча. Бежал из тюрьмы темной ночью, он за правду страдал. Бежать больше не было мочи, пред ним расстилался Байкал. Рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит про родину, что-то поет и грустную песню заводит. Здравствуйте, друзья. Хорошая песня народная, да? Все никак не мог подобрать, комментировать эту песню народную, всем известную. Не могу подобрать слов. Сказать хорошая, прекрасная песня, не простой шлягер все-таки. Просто надо слушать. Слушать, переживать. Песня всем давно известная. Сказать, легендарная. Эпическая. Нет, не могу подобрать слов. И давно пытался как-то уже на канале у себя. И у нас. Давно пора было эта песня быть уже у нас на канале, да?
Я все как-то по всем техническим делам, по своим, по МАЗу 537, которому посвящен наш канал, да? Как-то увлекался. Да, вот каждый из нас старается как-то что-нибудь такое с музыкой, да? Все мы прекрасно понимаем, о чем и речь. Так что-то вот и хочется вот что-нибудь такое с музыкой как-то, да. Ну, клип не один уже есть у меня на канале, да? Как и у всех. Не скажу, что удачно все получается, да. Все-таки профессионализм у нас. Это же... Ну ладно. Это как-то все самодеятельно, будем так говорить. Может быть, не совсем собрался еще. Сейчас соберусь все-таки с мыслями. Давно с вами не был уже, да? Расслабился немножко. Ребята, мне как-то тут общаюсь, все равно канал работает, просматривается, живет канал. Рад этому, конечно, просмотру, все это показываю, да, интересуются люди, обращаются ко мне, дискутируем. Не только я, не то я и друзья, у меня товарищи много, все мы многие друг друга знаем, косвенно по аватаркам, по никам, да. Очень много, да, можно сказать, общения мне, да. Не сказать, что я уже расслабился совсем, но я как-то последнее видео было, обзор у меня, да, это еще по весне, да, лето уже проходит, практически последние дни. Я немного говорю, но все равно надо все-таки сказать это, да. Я уже как-то попрощался с вами, да, думаю, так, отойду от тела, если так можно выразить, сказать, да. Как-то успокоюсь. Ну, практически тема исчерпана по тематике канала. То, что видео показано, обзор был. Хотя шероховатостями обзор, надо сказать. Да, я вот все равно просматриваю это видео, как и многие. Не сказать, что много просмотров, да, это авторский канал. Надо понимать, что это авторский канал, не развлекательный, который собирает много. Я всегда подчеркиваю, говорю, и сейчас все это... Повторяю, что тематика канала подразумевает и сам создание канала подразумевает не погоню за просмотрами, за подписчиками. Нет, это авторский канал по приоритизации этой машины, да, тягача. МАЗ 537 Ураган. Ну да, Ураган. И смотрите. Канал свою, да, он свою работу делает, да. Ежедневно я уже повторяюсь, что все это в обзоре было. Сейчас я соберусь, ребята, немножко, да, как-то я еще не вошел в разговор, да. Может быть, волнуюсь немножко, давно уже не было. У меня нету такого, чтобы, вот смотрите, сейчас соберусь. Нет у меня такого, что вот как-то по сценарию все это, да, вот и по бумажке. Вот я пытался как это делать. Нет, это я вот как-то живое общение вот экспромтом, да. Вот мне кажется, это лучше получается. То есть от души искренне. Когда вот это все компьютер говорит где-то там. Ну, опять же, иногда и оговорки есть, иногда где-то с линии собьешься, мысль где-то потеряешь до разговора. Бывает такое, но это живое общение, мне почему-то больше нравится, да. Так что это, огрешности будут, конечно, да, где-то что-то уйду в сторону. Ну, хорошо, понятно. Работает канал, да. И вот ребята меня попросили как-то продолжить эту тему. Ну, я, вроде бы, еще исчерпано, но... Есть, да, вот огрехи у меня были в обзоре, даже закончил пятый выпуск, но более-менее так как-то я уже почувствовал себя увереннее, да. А первый, второй выпуск как-то обзора вообще это сумбур такой был, каша такая. Почему я перезагрузку, как это модно говорить, не сделал? Ну, жаль, вот это именно драйва вот этого, да. Опять это все редактировать, это не проблема, время все это, да. Я как-то спешил, да, спешил. Вот я сейчас итоги подведу этого обзора, да, я все это спешил, да. Мне так внезапно все это по обзору я приступил, как-то, ну, вы ко мне обратились. И это
Я, как всегда, все это быстро, все, чтобы преподнести. Но видите, как получилось. Я на работе нахожусь иногда и в отъезде, допустим. И как-то у меня там и вид, это все, иногда не высыпаюсь, и сразу все это на камеру, все это в Ютубе, у меня, понимаешь, получается, да? Где-то вот эти грешности были, это я так, и почему я не переснял? Ну, я уже пояснился, драйв не тот, то есть живое общение, да, вот это я мог потерять. Если я все это буду редактировать там, поминутно, по секундам, все это опять, ну, монтаж это не проблема, все мы знаем, это наша работа, если уже на то пошло. Но вот это я потерял. Боялся потерять эту живую нить общения, да? Да, где-то грешности, но судя по тому, что вы приняли это, да, и просмотры, и даже все это одобрение идет по лайкам, незначительно, но есть, это уже много. Даже один лайк, там несколько лайков, это уже значит, что-то все-таки правильно идет, да. Правильно, да, все это. Так, вот это я хотел сказать об этом, да, вступление это сказать. О чем ребята меня просили еще? О чем еще просили? Но я отвлекаюсь так вот именно от нашей тематики, отвлекаюсь иногда. В другие дискуссии у нас там происходят по другим вопросам. Мне вот ребята говорят, Вова, все это надо как-то, у тебя хорошо получается текстом, но у тебя вот это все на обзоре, если это все открыть, эту тему опять. Но это опять отвлеченная тема от урагана, говорит, да, так сказать, там у нас как-то по дизелю пошло там разговор, по всем этим делам, по моторным, хотя я не моторист, но очень, ну как не моторист, конечно же нет, я водитель, но тем не менее, любой водитель должен знать все эти тонкости по двигателям, по разным, да, давайте. Все это да, работано, конечно, все эти годы. Как-то дискуссия пошла у нас, мне ребята говорят, Вова, давай по новой как-то начать это все, у тебя очень богатый опыт. Ну а почему нет? Конечно, да, стаж 40 лет, это, извините, все-таки наработано много. Я как-то уже хотел в отказ пойти, да, и все-таки вот думал, неделя-другая проходит, не то, что там я какую-то, не то, что там я обязан это сделать, ну как-то неудобно, может быть, да, с товарищем все-таки мы уже хорошие, дружим много, но я решил попробовать, да, не знаю, как у меня получится. Я начну с того, что, да, по анализу прошел, по обзору, есть шероховатость, я сейчас попытаюсь сразу устранить немножко, да, работу над ошибочками сделать, как я говорил уже при предыдущих видео, да. Если мне там недоговорено, да, по обзору, по весеннему, да, вот сейчас это сразу хочу догнать, это все вспомнить. Даже вот ручку взял, зачем, не знаю, чисто все у меня там, никакого сценария нет, просто пометочки сейчас буду делать, чтобы все равно легче держать, сопенить разговора, да. Хорошо, сейчас, ребята, настроюсь. Там у него было недосказано по коробке, по ГТ, по коробочке, по раздаточке. У меня это было в четвертом выпуске, но я четвертый выпуск перезагрузку все-таки сделал, там сильно много было, да, и лишнего сказано. И это все ушло, да, при этой перезагрузке. Там некоторые тонкости, я это все хочу сейчас догнать, да, догнать в нашем сегодняшнем разговоре. И смотрите, по работе с ГТ, с коробкой, с гидромеханикой нашей урагановской, да. Опять же хочу сразу донести до вас, что конец 50-х годов, в конце 50-х годов вся эта машина была вообще-то была разработана, вся эта конструкция, которая до сих пор все это работает. И даже образно вот так посмотрите на коробку GTA, это в одном из лета все, вот так со стороны даже можно посмотреть, ее видно на видео даже везде, ничего не напоминает вам, нет? Вот бульдозеристы не сразу все это поймут, я имею в виду канацию, допустим, да? Один в один практически, да? Один в один. Один в один. О чем это говорит? То, что технологически тогда это уже был прорыв большой. Я не хочу ничего про японскую технику, очень даже сейчас они рванули последние годы, десятилетия, но это было уже зачатки, оттуда все шли. Конечно же, мы не первые в этом деле, в гидромеханике, Штаты намного раньше все это, оттуда, может быть, все пошло, начиналось, да.
Ну, как-то деды наши подхватили это все дело. И очень удачная конструкция, все это работает. Единственное, что я не знаю вот сейчас, у меня мышь это ушла в предыдущих обзорах, то, что по задней скорости, да, по задней скорости. Задняя скорость равна, вот я быстренько все это пройдусь, задняя скорость равна по передаточному числу второй скорости передней. То есть она по тяге уступает, допустим, была бы это механическая, допустим, передача, как мы на механике спускаемся взад, допустим, да, с перевала там по гололеду, или как надо спуститься, ребята, она уже вас задняя скорость не удержит. Вам надо будет притормаживать тормозами, как это все инструкции описывается, да. Правда, там умалчивается про эту заднюю скорость, но практика показала, что умалчивается, не знаю, с какой целью, не знаю. Там просто притормаживание идет по инструкции, да. По жизни, видите, как получается. Я вам сейчас все это хочу донести. На задней скорости, как на механике, вы не спуститесь, допустим, взад. На первой, да, вы спуститесь, первая держит хорошо вниз, там притормаживать надо даже, притормаживать у меня там показано по видео, но взад у вас никогда не получится, допустим, частенько надо, допустим, по перевалам ходим, надо взад иногда спускаться, да, где-то там бывают такие нюансы, все это не буду сейчас догонять, она вас сзади не удержит, то есть надо пользоваться тормозами. О чем? Ну, то, что тормоза надо содержать и машину по прицепу, это я думаю, не надо говорить. Да, у меня все это всегда идеально было в порядке. У меня никогда проблем, естественно. Ручник обязательно, ребята, ручник. Ручник, да, обязательно. Сейчас еще флешечку всегда посмотрю у себя, сколько у меня там остается, да? Так, 6 минут. По флешке, почему флешка у меня не переключается? Ребята мне подсказали, это что, смотрите, флешка, это формат флешки, не соответствует камере. Да, у меня Nikon старый, она не соответствует просто. Почему вот эти 18 минут надо потом переключать, да. Это не в камере, ни в чем, это просто формат флешки не совпадает, я уже повторяюсь. Я то есть, с ребятами общался, надо какую-то крутую камеру. Но у меня не получилось по жизни, сейчас я не хочу это тратиться, просто все мы знаем, что это дорого стоит. Зачем мне это надо? Мне этого сейчас хватает. Хотя по качеству съемок, конечно, проигрываю многим, да. Тем более, мало того, что техника такая, видео у меня несовершенная была, начиналось, так оно и ушло. И это, смотрите, нет и качества съемок, и техническое все исполнение съемок было. Тем более, много съемок делалось не мной, а бульдозеристами, там, посторонними людьми, эскаваторщиками, которые вообще ни азов не имели работы с видеокамерой. Там много грехов, да, но можно было где-то переснять, переснимал. Но это так, я отвлекаюсь, да. По флешке сказал, да, почему я это все руками посмотрю, переключаю время, чтобы я вот наговариваю, а тут раз, и в пустоту говорю, когда же флешка останавливается, запись останавливается, да. И вот смотрите, на задней скорости мы поняли, да, то есть на задней скорости мы взад, допустим, не удержим, надо притормаживать, да, на механике, да, это все присутствует, спокойно на кразе, допустим, на Урале, там сзади включили пониженную блокировочки, все, и пошли вниз, да. Вот слово блокировочка мне сейчас смотрите, блокировочка, да, блокировочка. Как мы выключаем на механике блокировку? Допустим, все мы знаем, на подъем поднялись, вниз нельзя на блокировку идти, естественно. Не сразу нас жует нафиг все эти узлы, наши агрегаты, ни к чему это все надо делать. Да, это еще тем более чревато поломками на крутых спусках. Естественно, как мы выключаем блокировку? Да, не именно когда встали, а именно на подъеме. А не доходя, допустим, до вершины подъема, когда уже на блокировку практически не нужна, да, то есть останавливаемся. И когда вы заметили, что у вас машина немного взад и уже пошла, как чуть-чуть чувствуете взад, вы уже пошли. Даже на механике, на урагане, на гидромеханике, на нашей, чувствуете, что, то есть когда у вас взад, уже машина чуть-чуть начала трогаться, у вас расслабуха пошла по шестерням, по валам, да. То есть расслабленные шестерни друг друга не касаются, не сжимаются. Хлоп, тут же включаем блокировку. На механике, там, на кразе, на Урале, допустим, рычажками раз, даже без выключения сцепления. А здесь на Урагане то же самое. Раз, выключили краном всю эту блокировку. Только тогда у вас выключится блокировка, и вы смело вниз сидите. А когда вы так остановились или там забыли, где-то уже на спуске приспустились, а забыл блокировку выключить, типа остановились, типа выключили, она у вас не выключится. И вы так будете
Ну, где-то показывают по моделям, то, что у вас блокировка включена на урагане, допустим, там и на старых моделях, там, конечно, нет этих датчиков, индикаторов, да. Но я хотел об этом сказать, да, еще тонкостью взять, да. Вот я это хотел еще сказать, блокировочку, тут заднюю скорость, что еще хотел догнать, да, по этим всем тонкостям, да. Что-то еще у меня было. Так, хорошо, хорошо, да, Вова разогнался. У меня, видите, как дома тихо, внучата в садик и в школу собираются, у меня все на работе, да? Дед сегодня тоже пришел с работы, утром вот отдохнул, маленько с вами сейчас тихо дома у меня, да. Лето, хорошая погода. Это я настраиваюсь, да, отвлекаюсь от разговора, настраиваюсь, да. Дед хитрый все-таки, да? Ну, что сделаешь. И вот так, да, так вот, да. Вот это хотел вам донести. Это очень важное, да, очень важное. Вот это я хотел вам донести. Еще. Ведь чуть не ушел опять в сторону. Опять по гидромеханике. Вы остановились, допустим, да? Остановились на подъеме, аварийная остановка, там по гололеду идем или где. Раз, встали. Или даже не по гололеду, где-то, допустим, даже летом идете, встали, аварийная у вас остановка. Мало ли, что у вас происходит. Но я имею в виду, что там, колесо или с дизелем что-то. Нет, с дизелем не должно быть, дизель вас все-таки должен держать гидромеханик. Забудьте, когда у вас остановка на подъеме происходит, никогда не включайте скорость. Конечно же, вы идете на первую скорость. И, конечно, на крутом подъеме вы идете на включенной раздатке, вы идете на пониженной скорости. Не вздумайте выключать. Вот рука так и тянется выключить, да? Или как на механике идем расцепление. Там другое. Я вот об этом хотел сказать. Никогда не выключайте скорость. Вот как шли на первую, вы встали, что-то у вас там случилось, по гололеду встали. Никогда не выключайте первую скорость. Не надо этого делать. Некоторые вот это я с этим сталкивался первые годы эксплуатации. Раз, и по тормозам, и тебя несет. Не надо. Обороты сбавили, ручным установили там 1700-1800 оборотов, то у вас какой надо так период был. И все. Этого достаточно, чтобы у вас ГТ держало. Вы поняли, о чем я говорю? Достаточно этого. Ну и придачу еще ручник. Все. У вас этот ураган, там 70-100, 90 тонн, 110 тонн, он спокойно у вас будет стоять. Вы поняли? Вот это хотел самое основное. Все. Думаю, я вам вот этого не сказал. Где-то кто-то попадет, понимаете. Может быть, все и знали это, может, многие знают, но вот все-таки я хочу напомнить, да. Самое главное, да. Я сейчас могу быть спокоен даже. Да. Вот видите, флешечка у меня уже заканчивается. Сейчас переключу флешечку, хорошо? Все. Вот не забыл, вспомнил все-таки, да? Вот об этом я хотел сказать. Вспомнил все-таки, да? Ну что вы хотели? Возраст? Как я тут где-то комментировал видео, там вопрос был задан, не буду говорить, я подписан на этом канале, на штатовском, да? Там вопрос такой задан, что вы думаете, когда человек тупить начинает за рулем, да? Вот я на эту тему там как-то по-своему ответил, то, что я думаю об этом, да? Что я думаю об этом? Ну, я могу в двух словах все это... Вот смотрите, вопрос был задан. Когда человек тупить начинает? Ну, там с юмора так задано. Некоторые ребята начали отвечать, там женщины, ну, бабы тупят, как некоторые наши мастера так. Не надо так. Женщины все-таки это святое для нас всех. Это все-таки как-то... Покорить не надо. Баба там за рулем тупят. Ну зачем? Не надо так. Я много на эту тему могу говорить, тем более у меня одни женщины в семье. У меня много очень внучек, 3 дочери у меня, повторяюсь. Это для меня это вообще святое. Но мне кажется вообще, что женщина изначально, вот я когда с колясочкой, у меня много внуков, все это, конечно, я же не только где-то там работал, все равно уже присутствовал в семье, приезжаю в отпуск там. Я же знаю, что вот мне показалось, когда я с коляской с внучатами, когда мои девчата еще, ну я тоже это, ну это как-то давно уже было. Мы с Таней, когда у нас перенес, вот в 2004 году Наталья родилась, перенес, это как-то ушло. А вот с внучатами начал, вот в парк едем, там
допустим, малышня, когда еще маленькая была, ну вот так, едешь, рулишь, у меня сразу мысль такая закралась, да? Не закралась, вот почему-то не так выразился. Сразу мне как-то это... А ведь это коляска рулить, вот эти маневры делают где-то по асфальту, там по дорожкам, где-то в парке, допустим, по дорожкам, это то же самое руление. Я потом подумал, я дочери говорю, Надя, Наташа, там, я говорю, Маша, слушай, так у вас изначально это все уже, вот за руль садитесь, я смотрю, ну, даже зачастую наблюдаю, чуть-чуть половина, много женщин за рулем, так вот, ну, даже видно, я говорю, слушай, так у вас это уже закладывается вот это руление, за рулем вы уверенность чувствуете, вот я, вот оно откуда идет, ну, смех смехом, надо задуматься, это так и есть, а тут что-то, вот, комментарий, да, и вот такой был, я просто сказал, возраст, да, никуда ты этого не денешься. Сосуды, мозг, да, в двух словах. Владимир Ильича Ленина, когда вскрывали, вот так где-то полную информацию такую, ну сколько Владимир Ильич Ленин прожил, вот так давайте, 70-71 год рождения, 1824 году похоронили мы его, да? Ну, будем так говорить, да, похоронили. Нет у человека уже. Ну сколько там, вот, 30-29 тех лет и 24, да? Вот считайте, 29 и 24, да? Дедушка Ленин у нас прожил 53 года, мне 60 уже. Его когда вскрыли мозг, он весь сосуды были все забиты, вот как чуть ли не известью какой-то, ну, образно так говоря. А Ленин все-таки много читал, Владимир Ильич это, ну как читал, он столько трудов, столько книг, это гений, вот общепризнанный гений, это да. Мозговая активность была, хотя говорят, вот читайте там все прочее, сейчас хотят от компьютера нас отводить, от телевизора, да, это правильно, читайте много, я, кстати, много читаю. И у вас будет мозговая активность, там то на кроссвордах помешан, но опять же, смотрите, да, я пример привел, да. Отвлекся, да. Ну вот самое основное по гидромеханике, по коробочке. Что там еще по коробочке? Заднюю скорость догнали мы. Так. Заднюю скорость догнали. У меня рекомендации сразу идут по сайтам, да. Я сейчас на Яндексе, да, вот скидывают. Много-много. YouTube скидывают рекомендации. Я вот так посматриваю. Новая информация идет постоянно. Что надо, я беру, конечно, да. Подписчики ко мне тут заходят. Много, да. В Забайкале тут нападение на состав воинский, да. Ну, тоже столько эмоций, я не знаю. Забайкале, опять же, вот наши хают. Мое хают, каторжная Читу вспоминает. Уже недобрыми словами. Ну, почему? Ну, вот происходит где-то что, сразу начинаются отрицательные эмоции. Ну, это видно природа человека, да. Хотя все мы добрые рождаемся, с чистым младенцем, все это прочее. Откуда все это берется, я не знаю. Откуда это все берется, вот это, я не знаю, да. Извините меня, Сибирь вся, Забайкалье не впереди, а по этой тематике, вот каторга. А что, только у нас это что ли? У нас, кстати, сейчас с этим делом очень даже хорошо. Сибирь заселялась царями. Именно не только, ну, были переселенцы добровольные, были и каторжане. Но почему? Вон Австралия, как и получилась, страна, государство. А что, Новый Свет, Штаты по-другому заселяли, что ли? Давайте сейчас будем так рассуждать на эту тему. Почему что сразу случится в Забайкалье? Да вы посмотрите на сайты, на местность, зайдите на историческое. Я уже много говорю, очень даже хорошо все здесь. Зачем так сразу что? Историческое, да? Все хорошо. История – это хорошо. Историю свою надо знать. Да. Неплохая у нас история, очень даже. Я много уже говорил и не буду повторяться. Я, наверное, вас и так уже утомил, да? Но это так, будем говорить, вступительный наш разговор, может быть. Я не знаю, будет ли он продолжен. Я даже не коснулся той темы, которую мне ребята просили затронуть, да? Вот я будем так, по-одесски выражаясь, будем быть, да?
Юмор всегда должен присутствовать. Юмор должен всегда присутствовать. Хорошо. Хорошо. Не знаю, разгоняться, не разгоняться, или заканчивать сегодняшний с нами разговор. Все-таки по времени я смотрю, мне как-то ребята сказали, вот Володя нашел таки время, тебя просмотрел. Да, что-то я по часовые выпуски тяжело, да, это надо настроиться, время найти, да. Это очень утомляет, время занимает. Может быть, на этом остановимся сегодня, да? Хорошо. Что еще должен сказать? Повидался с вами. Напомнил себе, показался. Жив, здоров, все хорошо у меня, да, все хорошо. Вот видите, и даже поправляться стал. Не курю. Уже в октябре. Но я, как обычно, в отпуск домой со старания приезжал, а всегда бросал курить, да? А сейчас я уже дома и не курю, не тянет. Очень даже легко, легко. Чувствую себя хорошо. Никаких тяжелых эмоций с этим куревым расставанием не было. Легко бросил. Можно даже будет остановиться на этой теме, кто интересуется. Легко, без эмоций, без всяких там пластырей или чего-то еще. Нет, легко, ребят, легко. Что-то должно включиться здесь. У меня всегда это включается, вот по алкоголю я как-то говорил. У меня был залет с алкоголем в жизни, да, непродолжительный. Значит, можно это сказать, был залет с алкоголем, я легко отошел. Просто что-то включается, вот это сознание, да. Ну, проще говоря, вот так смотрите. Задайте себе вопрос, а зачем мне это надо? Вот мне это помогло, да? Зачем? По алкоголю мне это непродолжительно было. Вот люди меня знают, типа поймут, они знают, как у меня было. А зачем? Зачем? 5 минут удовольствия не стоит утреннего похмелья, образно так говоря. Вот можно так сказать. И зачем это вообще надо? Слушайте, жизнь и так... Ой, я не буду уже, это я сейчас начну опять. Это умничать, да? По куреву тоже мне очень легко даже ушло, несмотря на такой стаж, мне даже где-то вот стыдно перед вами за вот эту где-то позировал сигареты, так, это так, как вот я говорил где-то уже по табаку. Зачем? Тем более табаком-то и не пахнет даже. Многие со мной согласятся, вот сейчас иду, этот табак за кем-то вот это несется по улице даже. Господи, ребята, это не табак. Все, дальше не буду, мы уже знаем, о чем речь, я сейчас начну, не буду. Легко ушел от табака. Последствий нет никак, когда вот некоторые говорят, бросишь там, медицина это иногда, да, ой, много чего можно говорить, я не хочу отвлекаться. Легко ушел, да, легко. Сейчас на 5-й этаж на свой поднимаюсь, даже иногда с чем-то там на руках, сейчас там нету вот этого, нету, ребята, вот. Что-то мне тут пошло, на диету подсел немножко, да. Ну, физически тяжело уже работать, расслабился уже. Но иногда работаю, я там дочери помогаю, там кому-то помогаю. Хочется иногда же, и физически скучаешь по этой работе. Это легко себя чувствую, ребята, хорошо, очень даже доволен, да. Так, да, меня тут... Даже с работы мы с компанией вспомнили недавно, так позванивали. Не знаю, чем это вызвано было. Может, просто хотели поинтересоваться, как я, хотя канал просматривается, уверен. Ну, была попытка, да, Вова, может быть. Я как-то так на эйфории вот это, думаю, меня тут где-то по комментариям ребята спрашивали. Вот мы Вову не видим, больше врага на видео. Я так ответил, да, больше не видим. И у меня от этого сразу мышка, да, позвонили с компании, где мы это все это видео, все это снималось, где работало столько лет. У меня сразу такая эмоция, ух, не то, что-то вспомнили там, туда. Нет, просто что-то мне сразу это все загорелось. Не то, что там, как, а, буду снимать. Нет, этого не было, просто эмоционально, да, как-то вот так по-доброму, да. Думаю, может быть, да. Ночь не поспал, утром я отказал. Все-таки это, ну, по-доброму так отказал, не то, что там, нет, не стал опять к этому возвращаться, не стал.
Не буду эту тему дальше продолжать. По-доброму отказал, по-доброму. Не то, что ураган там недорог, там это все перегорело. Нет, я уже повторяюсь, где-то говорил. Ураган свою работу сделал на уже и больше даже. Ураган полностью себя оправдал, полностью дал, отдал все, что я мог. Я уже говорил где-то, может быть, я где-то там у меня эта мысль была. Он свою работу сделал. И что-то кому-то доказать я уже не хочу. Он еще работать будет. Он стоит в исправном состоянии. Не знаю, я вот даже не спросил. Они молчат, я даже не спросил, как там мой ураган. Мой ураган, да, почему? Ну, конечно, мой дурак все это. Я даже не спросил так, не то, что там из каких-то мыслей. Да, даже они промолчали, все. Не знаю, как у них там дела, не углублялся, просто не вот, нет, ну дай подумаю, все так, ну, пару слов перекинулись, утром я так все вот это, не буду говорить, если там вопрос станет, могу углубиться в эту тему, нет, отказал. Была недавно у меня запрос информации по полуприцепу, по нашему, чему запу 390 с Иркутской области, да, вот опять же каналы работают, все люди обращаются. Я им скинул все это, у меня много там и видео, и комментарии по видеообзору. Я догадываюсь, что не случилось, конечно, но кто работает на этом чему запе, мы знаем слабые места. Есть там такие дела, тем более по бездорожью. У меня все это случилось, они обратились, телефон мы догоняли, в контактах почему. Вот у меня на заставке, как на ВКонтакте, там стена называется, да. Ну, в Гугле лента, там на Ютубе у нас канал. Вот некоторые заходят, просто такого, я что-то там кто-то сюда. Когда на канал заходите, не только ко мне, на любой канал заходите, там под заставочкой, под крышей, да, на каждом канале у каждого все это есть пользователя. Внизу строчка идет, главное видео и дальше. Нажимайте видео, вот некоторые видео, вот они открыли канал и все, а там нету, там половины-то нету, там многого нету. Видео надо нажать, и у вас полностью канал откроется. Также эти ребята с Иркутской области ко мне зашли, что-то там шарахались, и нашли ВКонтакт, где-то слышали, где-то, может, кто-то донес ему об этом, что есть там такой-то Вова, где-то что-то у меня есть. И это, смотрите, они ВКонтакт раз спрыгнули, а контакт у меня так, Google, контакт. Они через контакт почему-то ко мне зашли. Контакт у меня внуки, дочери, вся молодежь у меня в контактах. Я там редко появляюсь. Просто новости, да, зайду с ними, пообщаюсь, там где-то видео, если я подкину, там позитивчика им, комментарий. Я в основном на Ютубе, ребята. Где-то я Фейсбук у меня для моих иностранных друзей, почему-то они Фейсбук, там все это у них. Это для меня, для иностранных моих друзей Фейсбук, да, там перевод все это, у нас удачно все идет, хотя и тут перевод на Ютубе можно делать, через Яндекс перевод, да. И они почему-то меня догнали, телефон не могли меня догнать, чтобы быстренько, ну, у них дороги что-то случилось, они там буквально комментарий такой ВКонтакте все-таки меня догнал. Ребята, в Гугле телефоны, вся моя анкета в Гугле. Вот понятие, вот загуглить. В Гугле, у меня тоже Гугл, там откроется лента, заставочка моя, все это открываете, там функция о себе, там все мои данные, вся моя анкета, там телефоны мои даже в двух местах, мой телефон мобильный. Если что-то случилось, они никак не могли меня догнать. День, два, три проходит, потом случайно мне в начале говорят, дед, у тебя там ВКонтакте, зайди, пожалуйста, там тебя спрашивают. Я раз в ВКонтакте захожу, а там такая беда. Я им все это скинул, все эти по Ютубу, все, что они просили. Там какая-то информация была, предложение о работе.